Пенсионеры победили в борьбе за свой дом в Уральске. Супруги Азбергеновы двое суток голодали, поставив раскладушку напротив акимата области. Так пожилые люди пытались придать гласности несправедливое решение суда. Пенсионеры заявили, что не станут принимать пищу до тех пор, пока на их проблему не обратят внимания местные власти. Где наша правда? Наш отец на войне умер. Мы военные. Отец, мы дети какие? Военные дети, да? В 2007 году местный предприниматель Санкубаев рядом с домом пенсионеров построил двухэтажное кафе. Причем пожарные не давали разрешения, чтобы узаконить строение, поскольку оно построено на недопустимо близком расстоянии от жилища супругов Азбергеновых. Тогда предприниматель подал в суд на пенсионеров, потребовав снести часть их дома. Суд удовлетворил иск предпринимателя. С тех пор пожилые люди пытаются добиться справедливости. С голодающими пенсионерами сначала вели переговоры прокуроры и сотрудники администрации, однако протестующие заявили, что будут говорить лишь с градоначальником или главой региона. Вечером стало известно, что между супругами Азбергеновыми и акиматом Западно-Казахстанской области подписано соглашение. Согласно документу, власти региона обязуются выплатить 800 тысяч тенге и восстановить дом пенсионеров. Те, в свою очередь, голодовку прекратили.